Во Франции автомобиль на большой скорости протаранил пиццерию. Погибла 13-летняя девочка. 13 человек были госпитализированы. Инцидент произошел в городке Сепсор, неподалеку от Парижа. Водитель намеренно врезался в террасу пиццерии. Им оказался 32-летний гражданин Франции. Версию терактов полиции не рассматривают. Мужчина, скорее всего, был под действием наркотиков. Известно, что несколько дней назад он пытался покончить с собой.